Больше сотни схронов с оружием обнаружили в Казахстане после январских беспорядков. На сегодняшний день конфисковали свыше 1700 пистолетов, автоматов, пулеметов, ружей и винтовок. Но это далеко не все, что было похищено из магазинов и со складов. Еще около 2000 единиц оружия до сих пор у кого-то на руках. Об этом сегодня рассказали в Генпрокуратуре. Там напомнили, в январе преступники с украденными самодельным оружием организовали нападения на силовиков, перекрывали дороги, поджигали транспорт, мародерствовали и призывали мирных жителей устраивать беспорядки. Погромы и акты терроризма совершали практически во всех регионах страны. Больше всего пострадали Алматы, Шымкент, а также Актюбинская, Тарауская, Жамбылская, Кызылординская и Восточно-Казахстанская области. Среди бесчинствующей толпы действовали приверженцы запрещенных в нашей республике организаций. Одна из таких – ДВК «Коще». Троих ее членов уже осудили, а всего к уголовной ответственности привлекли свыше 500 человек. В настоящее время под стражей содержится 349 подозреваемых лиц. Достоверно установлено, что они принимали активное участие в погромах, поджогах зданий, хищении огнестрельного оружия, вооруженных нападениях на государственные объекты и сотрудников силовых ведомств. Реальные сроки лишения получили 83 подсудимых, которые совершали тяжкие преступления –